Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы с вами сегодня будем играть в Rain on You Parade. Короче, тучка-вреднючка по-русски эта игрушка называется, и мы летаем вот за такую вот тучку и пакостим людям. Здесь наша цель как раз-таки в том, чтобы пакостить людям, и, естественно, нам за это будут открываться какие-то уровни, даваться какие-то приколюхи, и, короче, будем сейчас смотреть на это. Так, надеюсь, что больше не будет такой вот всей истории с вылетами игрушек и все. Летаем мы за эту тучку, значит, начинаем игру и посмотрим, какие нас уровни ждут. Дедуль, расскажи мне сказку. Сказку? Как дед насрал в коляску? А я тебе рассказывал о тучке, которая что-то там скукотища. Ха-ха-ха. Поверь мне, тучки вообще не скучные. Тучки могут летать куда хотят. Могут поливать дождем все, что угодно. Ха-ха, когда вырастешь, поймешь, как это иногда приятно. Подпортить людям жизнь. Ну ладно. Так что там с этим тучкой? Дай-ка я надену очки. И тут наша история, я так понимаю, начинается. Жил-был маленький тучка с большой мечтой. Это здорово, думает тучка. Он мечтал найти место из старых сказок, где тучки живут свободно. И могут лить дождь на что угодно и когда угодно. Ну, такая себе свобода, конечно. Это прям не свобода, а уже произвол. Поэтому он собрал сумки, или что там у тучек вместо сумок, и отправился в путешествие по миру. Чтобы найти загадочный, знаменитый, легендарный Сиэтл. Неплохая мечта у тучки, большой молодец. Я так понял, тучка — это он. Намочи жениха и невесту 0 из 2, намочи всех человеков. Звездой отмечены цели, которые нужно выполнить для прохождения уровня. Короче, жениха и невесту нужно намочить. Показать цели можно на кнопочку вот эту вот. Это мне не нужно, и мы просто мочим человеков. Что-то дали там мне. Все, что ли? Или что? Нет? Не всех человек намочил, вон он. Ненамоченный человека. Все, всех намочил, молодец. Конец. Намочить. Закончить. Разблокирован декор. Разблокирован следующий уровень. Закончить. Такая приколюшная игрушка, анимация такая, графика интересная, красивенькая. Так, на свадьбе мы все, да? Это получается вот так вот уровни идут. Да? Да. Слушай, прикольно. Интересно сделана игра. Я не привыкну, что нет никаких кнопок подтверждающих. Просто нужно... Тучка, помоги. Просто нужно нажимать на дождик. Не спорю, я мусорка, но человеки не имеют права поджигать меня. Прошу, затуши огонь и преподай человекам урок. А взамен я пощелкаю тебя за работой. А, сделал крутые снимки в фоторежиме. Следи за подсказками на экране. Ну давай. Потуши все возгорания, намочи всех человеков. А есть какие-то другие кнопочки, нет? Блин, слушай, нет, наверное, других кнопочек здесь нет. Я потыкал на все остальное, и что-то ничего не появляется. Да хватит взрываться-то. Давай, тушись. Ну, зачем вы подожгли мусорку? А что такое? Почему? У меня кончилась вода, что ли? Зачем я закончить нажал? Я нажал закончить, не подумал. Нужно было заново начинать. Я все понял. Давай. Все, главное, чтобы у нас не кончилась вода, да? Да. Короче, нужно к этому делу с умом подходить. Так, тихо. Вот здесь вот главное, чтобы не разгоралось. И здесь не разгоралось. Все равно разгорелось, твою мать. Тихо. Вот здесь вот не... Ну, блин. Я не ориентируюсь вот в этом 3D-пространстве, псевдо-3D-пространстве. Вот. Куда там нужно намочить? Где немоченные человеки? Все, всех намочил, молодец.
Красота. Слушай, интересная игрушка, мне нравится. Прям она такая веселая, забавная и красивая. Это что такое? Ба, кого я вижу? Неужто это юная тучка? Да, это я. Кто я такой? Что за вопрос? Я дедушка Туча, отец всех тучек. Я помню времена, когда мемы только появились. Да я тоже помню. Привет, медведь. Да, это я тоже помню. Надеюсь, ты прислушаешься к моим мудрым словам. Путешествием по миру ты наверняка разблокируешь модные шляпы. Как же тучки надеть шляпу, спросишь ты? Что за вопрос? Просто войди в Тучкин дом. Ну же, попробуй прямо сейчас. Ну давай войдем в Тучкин дом. Как войти в Тучкин дом? Настроить тучку. Ну тут топ это... Естественно, я ж не покупал эту игрушку. Не обращай внимания. Декор. Шляпы. Вот это будет. Аксессуаров у нас нет. Вроде как закатная тучка. Почему бы тучкам не быть зелеными? Кому вообще какое дело? А говорят, что тучки не замаскировать. Как вам такое? Давай возьмем зеленую тучку. Лицо можно выбрать. Смотри-ка. Давай нарисуем. Не, стереть. Нет, не нравится вот такая вот тучка, мне такая не нравится. Это тоже мне не нравится. Ой, сейчас мы сделаем тучку свою, какую красивую. Вот такие глаза. И вот такой... Нет, вот такой вот примерно рот и вот такой язык. Но почему он рисует через раз? Больше похоже не на язык, но ладно. Нет, это ерунда получается. Давай тогда сделаем вот что. Просто вот такие вот глазюки нарисуем. И вот такой вот рот. Нет, тоже некрасиво. Это мы надолго здесь застряли. Это я сейчас буду... Блин, вот так вот лучше будет, быстрее будет сделать. Почему он сейчас нормально рисует, а тогда рисовал плохо? Ой. Это будет Майк Вазовский. Вот видишь, опять он рисует через... Ой. Ты видишь это? Почему он... Я ведь ничего не отпускаю. Почему ты пробелами рисуешь? Ну как умею, так и рисую. Чего ты ко мне пристал? Да что ты будешь делать-то, ну? Мне нравится то, что он, блин, точками этими рисует. Я не понимаю, как это. Тихо ты. Давай попробуем джойстиком рисовать. Рисовать ЛТ. Так и хреномантия получается, смотри. Ну ладно, будет как будет. А ты не смейся, я вообще-то художник со стажем. Ладно, пусть так и остается. Так, очистить, рисовать, стереть, двигать кисть. Подтвердить. Все. Майк Вазовский готов. Выход.
Правда, такой Майк Вазовский не очень правильный, у него, по-моему, по-другому лицо выглядело, но какая разница нам? У нас свой Майк Вазовский. Защити бомбу, помоги ей сделать большой бадабум. От чего? Как я должен защищать? От кого? А. На охранников надо писюнькать. Я понял. Это вообще проще простого. Это делов-то прям... Все, на этого написюнькал. Ну, и на этого написюнькал. И на этого написюнькал. Ничего себе! Тихо ты! Не дефьюзь! Ну-ка! Я понял, далеко бегать не нужно. Да тут можно, в принципе, вообще не заморачиваться. Здесь просто нужно вот здесь вот стоять и поливаться. Она даже быстрее не пикала, она просто сразу бухнула и все. Разблокирован новый декор. Так, я сейчас поудобнее немножко сяду, чтобы это самое, чтобы было поудобнее мне. Мне кажется, у меня сзади сейчас будет ужасно меня, как это сказать, ужасно плавать фон. Но сейчас я вот так вот сделаю. Вот так вот, чтобы было точно наверняка меня видно. И чтобы было, чтобы не было сзади вот этих вот бликов. Закончить. Пыль. Одну звезду? Ладно, одну звезду так одну звезду. Ничего страшного. Если что, потом перепройдем на 3 звезды. Тучка-тучка, помоги. Жаба нам говорит. Человека куда-то подевали все деревья. Без твоей помощи нам не обойтись. Кто это такой? Лягушонок. Кто же еще? В 90-е я был героем одной популярной видеоигры. Ква. Не делай вид, что ты о ней не слышал. Прыгал себе через дорогу, уклонялся от машин. Захватывающие были времена. Так вот, скакал я себе к родному пруду и наткнулся на этот заброшенный парк. Прошу, помоги нам вырастить тут красивый сад. Но пощади детей, они просто глупенькие. Ква. Ладно, детей пощадить. Не намочи человеков, намочи все светильники. И вырасти красивый сад. А, договорились. Пополнить запас воды можно. Ничего себе, как удобно. Во всех бы заданиях было вот это вот. Вообще было бы, цены бы не было. А, здесь нужно просто по траве и лозить, да, и все вырастет само. Я понял. Чего? Где он был-то? Я его не заметил, честно тебе говорю, давай заново. Нет, заново хочу... Почему нельзя заново начать? Я не вижу кнопки заново, ну ладно. Возобновить. Так и быть. Сколько ж мне там еще надо вырастить? Уже 1 000 000 деревьев вырастил. Им уже расти негде. Намочи все светильники, вырасти красивый сад и наполни фонтан. Ну ладно, так и быть. Намочил человека одного, и ничего страшного с ним не случится. А, тут 4 звезды можно было получить. Привет, тучка. Привет. Я Троянский Червь. Разработчики специально поместили меня тут. Я должен напомнить, что им очень важен твой отзыв. В общем, если встретишь в игре ошибки, сообщи об этом разработчикам. Они постараются их устранить. На этом все. Больше ты меня не увидишь. А тебе не кажется нечестным, что у других персонажей и диалоги подлиннее, и на экране не появляются чаще? А мою историю ты так и не узнаешь. Не узнаешь, как сильно я восхищаюсь греческой архитектурой 13 века, или как вкусно готовлю выпечку. Вот нипочем не узнаешь, потому что у меня нет... А, что у меня другая роль. А знаешь что? Я буду очень рад, если тебе встретятся ошибки. Да, чтоб прям ошибка на ошибке, чтобы этим вредным разработчикам пусто было. Ладно, пока. А, можно тебя полить? Я тебе никакой, вообще никакого толку, да? Жаль. Здравствуй, маленькая тучка. Здорово. Я здешняя дружелюбная бабулечка. В каждой сказке бывает такая. Хочу рассказать тебе о волшебном знаке выхода.
Когда выполнишь все нужные цели, знак загорится. Нужно зависнуть над ним, чтобы покинуть уровень. Так ты сможешь завершить уровень и выполнять дополнительные задачи. Не беспокойся, никто не расстроится из-за парочки целей. Лучше повеселись от души. Ладно, не буду тебя задерживать. Наверное, у такой славной тучки только хорошие дела на уме, а не всякие пакости. А если и пакости, то мне целомудренной бабулечке не пристало наблюдать со стороны. И упиваться воспоминаниями о былой юношести. О былой юности и школьных проделках. Хи-хи-хи. Как следует повеселись. Взорви набор химика, разбуди задремавшего учителя, переполни вулкан, намочи все рюкзаки. Загони детей с урока рисования в класс в конце коридора. А где вулкан? Погоди, а где вулкан? О, я могу тут попить. А это что такое? Детишки. Ну, бегом отсюда, давай. Класс рисования. Давай. Бегом. Давай, иди отсюда. Класс рисования, мать его. Быстро. Ты что, злишься, что ли, на меня? Не злись. Все хорошо. А что они все не бегут? Почему они все стоят и, ну, типа, бегают по этому кабинету? Или стало быть, мне... У меня нет возможности... Желтый плюс синий равно смерть написано. Ну, погнали, попробуем. А он убегает, он не хочет умирать. А может быть, нужно немножечко желтого? А потом немножечко синего? Или нет? Дед! Почему вы не умираете все? Почему дед не помирает? В чем проблема? Вулкан. Я же его и так переполнил уже. Куда в него лезет-то? Может, красненьким в него налить? Давай попробуем красненьким налить. Эти тоже бегают, блин, без устали. Как будто им заняться больше нечем. Почему они... А, они не могут выбежать, опять же, потому что там дверь закрыта. Я переполнил вулкан. Все хорошо. Это поломал. А зачем? Непонятно. Ладно, поехали дальше. Какая там задача? Намочи все рюкзаки, разбуди задремавшего учителя. А я его не разбудил? Он до сих... А, наверное, это не этот. Мячик какой-то достали. Откуда вы взяли? Что происходит вообще? Хреново поймешь. Я так понимаю, там в колбочках, в пробирках вода какая-то, да? И нужно... Может, ее намочить? Тихо ты. Чуть не этого. Чуть не помер. Так. Пополнить запас воды. Не, мне задремавшего учителя надо разбудить. Где он тут? Здорово, просыпайся. Доброе утро. Че вы тут скучаете? Я люблю облака. Молодец, люби дальше. Это ненаказуемо. Рюкзак. Я все рюкзаки, получается? А, нет, я все выполнил, осталось только намочить рюкзаки. И загнать детей. Я не понимаю, как загнать их, потому что они, типа, не загоняются. Вот, это что, загонять детей с урока рисования в класс в конце коридора. Вот он, урок рисования. Погнали, ребят. Не-не-не-не-не, ты тоже бежишь. Не отставай от толпы. Давай, вперед. Давай, детвора, бегом. Нет, вон туда. Все выполнил. Какой я молодец. Рюкзаки не все намочил. Вот это вот досадно. Ну-ка, где здесь они? Еще-то есть. А, вот он. Еще где? Остался-то один, получается, рюкзак, да? Или два? Где он?
Здесь рюкзаков больше я не вижу. И это факт, здесь их больше нет. Может быть, в туалете где-то лежат? Нет, здесь вот он уже мокрый. А здесь тоже мокрый лежит. Здесь тоже мок... здесь все, один единственный рюкзак. Здесь получается по рюкзаку в комнате. Вот он. И еще один, возможно, в комнате рисования как раз. Это не рюкзак. Значит, где-то здесь. Вот он. Отличненько. Ну-ка, и как на выход? Все. Закончить. Разблокированы очки. Сейчас мы водички махнем и посмотрим на декор нашего Майка Вазовски. Ну-ка. Аксессуары. У нас один глаз, мы не можем использовать очки. Нет, только зеленый. Интеллигент. Давай интеллигента возьмем. Интеллигентный Майк Вазовски. Такс, едем к следующему уровню. Такая вот игрушка. Классная. Столпотворение. Набери как можно больше очков, пока не кончилась вода. Экспериментируй, находи новые способы получить очки. Замкнуть нужно. Ну-ка. А что здесь находить? Здесь можно набирать, небось, воду, вот. Не? Да здесь вон уже сколько понабрал. Х7, Х8, Х9. Давайте, давайте, уровень когда пройдет? Сколько нам нужно очков? Общий список лидеров, я так понимаю, может быть, он был бы, если бы я покупил. А, может и нет. Гитару. Гитару нахрен не нужна нам гитара. Майк Вазовски и гитара — это несовместимая вещь. Так что мы пойдем к следующему уровню, сразу посмотрим, что тут. Дождевая тучка сжигает всех. Как я должен сжечь? А что я должен сделать? Погоди. Я каким-то... какой-то грязью поливаю. Хо-хо-хо, ничего себе. Вот это да. Неплохо пошло. Вот это да, вот это я понимаю. Вот это красиво. Все взрывается, ломается, сверкает. Сейчас все зальем, чтобы наверняка. Ну а почему нет? Вообще все сверкает, салюты, блин, летят во все стороны. Красота. Сжег все, получается, да? Хотя там далеко не все было, там еще очень много всего интересного осталось. Мужика можно же было сжечь наверняка. Подожди, дай попробую. Начать. Что-то я не попробовал так сделать. Так, пусть он уйдет. Давай, дядь, попробуй выбраться. Вот так вот тебе. За что, не знаю, просто захотелось. А почему ты выжил-то? Ну, как ты убежал? Так нечестно. Я думал, он умрет, и нам дадут какой-то бонус за это. Досадно. Ну ладно. Мужика зря поджег. Только зря поджег мужика. Так, что у нас здесь? Тортик. Здесь тортик и день рождения, скорее всего, чей-то. Вот бы и мне стать тучкой, это, наверное, здорово. Можно делать гадости тем, кто тебя обижает. Чего это ты удумал? Ничего. Ну, есть у нас в школе один мальчик, он все время смеется надо мной и отказался звать меня на свой день рождения. Ох, ну и дела, похоже, он тот еще задира. А знаешь что, думаю, тучка смог бы проучить его. Давай попробуем. Подожги все подарки.
Это мы можем, это мы уже научились. А как я подожгу? Вот это да. Пацан, беги. Беги. Бегите все, глупцы. Глупцы. Сейчас мы вам всем покажем, как не звать на день рождения маленьких детей. Ты никогда не выберешься отсюда. Ну-ка, что у нас еще там осталось там? Бабка стоит, поливает, блин, как будто так и надо, как будто каждый день такое происходит. Слышь, женщина, может быть, ты перестанешь поливать, а тут дети горят. А, тебе все равно, ты поджигаешь, ой, ты гасишь весь мой огонь. Я понял. Но нет, это так не работает. Вообще так не должно работать. Блин, ну иди ты в жопу, короче, пойдем. Последний подарочек подожжу. Они дальше все бегают, как будто так и надо, серьезно. Как будто у них каждый день здесь такое происходит. Ну. И елочку подпалили, все подпалили. Вот это молодцы, вот это да. День рождения. Склад. Нет, а дальше что? Это что за зимний город? Это прям какой-то квест. Что такое? Тучка, тебе нужно разобраться с их противотучковым оружием. Незаметно проберись по объекту, не дай охране тебе засечь. Хорошо, договорились. Ядрить мне повязку повязали, смотри. Что, он сюда идет? А наверх можно подняться? Жаль, нет. Ой. Ой, 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 ой. Бежим, 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 бежим. Куда бежать надо? Ну-ка. Куда надо-то? Хрен меня поймаешь, я вообще спрятался. Все, убежал. Мне нужно поджечь. Только я вот здесь не вижу, кто здесь есть, а кого здесь нет. Видать, никого здесь нет, потому что... Опа, там что-то светится. Или что? Что нужно-то? А, во, вот эту ерунду нужно взять. Напиться и поехать туда поджечь это все дело. Правильно я думаю? Да наверняка. Вот это полыхнуло, вот это я понимаю. Боже, ты это сделал, ай да тучкин сын, у тебя получилось. Теперь мочить. Красота, да и только. Все, мужики, расходимся. По домам давай. Сейчас мы всех намочим. Мне нравится, как они кричат, они так забавно визжат, как будто их там, я не знаю, хоть грязью облили. Я же тебя просто водой поливаю. Что ты так визжишь? Что случилось с тобой? Все. Не дай себя обнаружить. Немножечко мы просрали вот этот вот момент, но ничего страшного, я думаю. Ну, подумаешь, не поймали же. А, получается, все, это конечная ветка, да? Конечная миссия в этой ветке. Поехали дальше. Поехали вот, вот сюда. Прикольная игрушка, мне нравится. Уничтожь желтую пшеницу, порожги весь транспорт кислотой, намочи всех человеков, спугни всех ворон. Ну, это овца, я думал, это поросенок. Пополнить запас воды вот здесь. Так, человек мы сейчас спугнул ворон, человек намочил. Я рад, что ты любишь облака, но я все равно тебя намочу, потому что у меня задание такое. Эй, улетай давай. Ворона тоже улетела. Выход. Нет, выход мне не нужен. Мне нужно еще несколько ворон и человека найти. А, вон он, человек. Вон человек. А, еще, наверное, человека, да, надо найти. Вот. Так, человеки кончились, остались вороны. По звукам они... По звукам они... Хрен... А, во!
Раз ворона. И наверняка где-то еще есть. Так, сюда нельзя лететь, значит, она где-то там. Верно? Верно. Музычка такая прям заиграла. Я пытаюсь найти ворону. Но, видать, я не найду, поэтому давай-ка мы прожжем машину. Это считается за прожжение машины, нет? Или она типа... Нет, наверное, да, это считается, потому что ничего не меняется. Опа. Окочурился мужик, извини. А, не окочурился, он просто пошутил. Ух, идти его колотить. Смотри, как быстро она погибает. Ну, я понял, все, короче. Бедная ваша пшеница и бедный ваш урожай. Так, сейчас мы пополним запасы кислоты, естественно, и поплывем, полетим, точнее... А, вон ворона крякает. Где она? И полетим, естественно, ломать машину. Вот она. Твою мать. Еще одна ворона осталась. Где бы ее найти? Где бы ее найти? Ладненько, найдем сейчас. Делов-то. Делов-то, говорю, сейчас найдем. Так, где здесь можно обнаружить машины? Я так понимаю, больше нигде. Нужно посмотреть задание. Прожги весь транспорт кислотой. Хорошо, хорошо. О, подлетел, как хорошо. Где здесь еще транспорт? Я не вижу больше транспорта. Я тебе серьезно говорю, я не вижу транспорта в упор. А, ну и тут же еще целая карта. Так, этот транспорт я прожег. Дальше что? Дальше где транспорт? Вот, транспорт еще. Угу, молодец. Но ворон надо еще найти. По-любому надо, это прям... Вообще даже не обсуждается никак. Где эта ворона может сидеть? Вот ее видишь, я нет. Вот где она здесь? Где она здесь сидит? Наверняка же где-то прям вот сидит, а я ее не вижу. Да, вон она сидит. Припряталась. Отличненько. Закончить. И давай, в принципе, на этом закончим с тобой. На вот этом уровне. И попрощаемся. Спасибо большое за просмотр. Поставь лайк обязательно и подпишись на канал. Увидимся с тобой в следующей серии. Нет, в следующей серии мы вряд ли увидимся. В следующей игрушке, в другой игрушке, в других видео. И пока.